Итак, ребятушки, снимем для вас видеоролик самого Ирпеня, из лесного Ирпеня. Может, кому интересно будет посмотреть. О, кстати, кусочек сала. Люди заботятся о синичках, о птичках. Это уже, кстати, второй кусочек. Там чуть раньше висит кусочек сала. Ну, еще на одном дереве висит чей-то тапочек. Видно, кого-то те же синички уже сожрали. Сейчас покажу бобровое место, где бобры, где они живут, где они селятся. Поджевываю я сейчас сушки. Во. Мама передала такие вкусные сушечки. Мамуля, папуля, вы лучшие. Вообще у меня все лучшие, вся семья прекрасная. Самая лучшая в мире. Особенно, когда посылки присылают такие вкусные. Ну, я шучу. И без посылок вы самые лучшие. В общем, поехали. Сейчас поставлю на паузу. Потом включусь, когда буду возле бобрового места. Покажу, как бобры точат деревья. Ложат сосну. Но не в основном березки всякое такое. Строят себе дом. До встречи. Ну вот я и подошел к этому местечку. Сейчас покажу, какая тут красота вокруг. Места просто бомба. Вот сейчас пойдут первые погрызенные бобром. Где-то акации или что-то такое. Сосну он явно не точит, а вот акацию, похоже, точит. Вот, смотрите. Похоже. Ну, явно бобер. Смотрим дальше. Вот явно бобер. Похоже, похоже. Вон тоже бобер. Тут, походу, болото. Вот тоже бобер. Слушай, так высоко он от земли грызет. Такой, видно, высокий паренек. Ну, по колено. На уровне колена встает, как собака хорошая, слушай. Не маленький. Пока солнышко, можно походить, посмотреть, показать, рассказать. Чего-нибудь, может, попадется интересное. Все время хотел дятла черного заснять. Тут есть черный дятел, размером как ворона, а с красной головой, как у обычного. Ну, здоровенный, капец. Так садится на сосну, два раза хлоп, и сосна падает. Ломает. Прям вообще пополам. Бревно. Как птеродактиль, короче. Ага. Вот его место. Болото. Бобровое. Тут люди шарятся. Людей дофига. Но все равно, когда будний день, никого особо и нету. Вон так он живет. Боберчик. Это у него тут видно ванная, сауна, баня. Кайфует, балдеет. О,
Вот такие интересные тоже норы понарывал. Ага. Такие хода. Ну, это люди рыли. Не похоже, что это бобер. Такие прям туннельки. Похоже, что люди. Потому что как-то неестественно. Зачем бобру рыть такие канавы? Вот дыра такая, можно ногой туда провалиться и капец. Ногу сломать. Ну это явно не бобер ложил. Бобру оно не под силу. Так. Смотрим дальше. Ну, сушечки, конечно, просто зачетненькие. Ням-ням. Ну, выходим на красивенную поляну. Классно, да? Березки. Так. Следы тут неведомых зверушек. Сейчас посмотрим дальше. О, красиво. Березки, березки молодые. Заросло все, капец. Вот старое дерево свалилось. Береза такая красивая, конечно. А тут вырубка. В прошлом году я тут уже лазил. Хочу и в этом пройтись, посмотреть. Может, что-то изменилось. Тропки видно, всякие животные бегают. Вот. Вот одна, вон вторая. А этот маяк. Из раз, два, три, четыре, шесть, семь. Ну, это лесорубы отмечали окончание вырубки. Скоро будете отмечать окончание вырубки во всем мире. Леса больше не будет. Да вырубайтесь. На березах эти висят грибы чага, или как их там называют. Говорят, что на чай можно, я их вообще не знаю. Я в жизни его бы не ел бы. Больше кроме гриба чаги больше есть нечего. Чешу. А тут повал, а тут завал. Тут все завалено. Так, сейчас выйдем на просторы площадки эти вырубные. Не нагребнуться нигде. Забыл, что снимать вот так надо. Я ж купил флешку на 128 гигабайт, чистых 119 гигабайт. Это до хрена места, а было 8, вообще ничего не мог снять. Вот такая вырубка. Вот в Ирпене, в Реале, куда исчезает лес. Вырубается и вырубается и вырубается. Полный трездец.
Вот она, это чага. Молочага. Во. Грибочек. Видно? Вот такой. Что-то ничем не пахнет. Особенно грибом. Ну, такой споры на нем, как грибок, конечно. Похоже на гриб, но и мягкий. Сейчас его, если разломать. Он особо и не ломается, как мочалка. Такое, как деревоподобное. Такое не ломается, трескается, но не ломается. О, на кого-то похож. Брать не будем. Отпустим. Пускай растет. Так, ну что, пройдемся по песочку. Может, зайца какого-то шуганем, может, на волка нарвусь. Хоть потягаюсь, посмотрите, по кого. Шучу. Манал я. Идет лагерь начинающий, вас сожрет. Куда меня несет? Так интересно пройтись. Ладно, может, что-то интересное будет, потом включусь. О, что-то интересненькое нашел. Покажу, как красиво крот нарыл. Как вроде бы торт муравьиная горка, муравейник. Мой любимый. Покажу. Какие красивые какашечки. Вот так кроет крот. Угу. Наверное. Песок. Так, а делать нефиг. Похожу, поснимаю, покажу что-нибудь полезно. И вам интересно. А то сидеть целыми днями в помещении. То на работе, то дома, то на работе, то дома. Так, до встречи. Поехали дальше. Вот я поднялся чуть-чуть повыше. Видно, что цветет лещина или что это? Какие-то бубочки. Интересно, что это такое? Вот одно даже распустилось. О, крошится. Вот такая фигня. Цветы в январе. Класс. Вот это зима. Лишь бы так вот и было. Не хочу уже никакого снега, ничего. Вот импровизованный фигвам. О, прикольно. Кто-то сделал летнюю ночевку. Бомж какой-то, видно. Ну, явно видно, что кто-то бомжевал. Может, те же строители, точнее, лесорубы. Вот, смотри, заготовка для дров. Ага. Вот так. Бомжики и живут. Сложил себе дровишки, заготовил. Может, люди отдыхать ходят. Кто его знает. Тут кастрик делали.
Идем дальше. Сегодня на улице хорошо, но уже солнышко садится по чуть-чуть. Вон оно. Еще может быть час будет солнышко и все. Такой тут мох красивее. Это просто обалдеть. Какой тут мох. Зеленый такой. Красивый. Вот так надо показать. О. Может, что-то видно. Вот так вот. Тут тропа какая-то. То ли людьми сделана, то ли животными, непонятно. Нора какая-то. Так, кто там в норе живет? Мыша, крыса, крот. Может, змея. И шиповника нигде нет, столько кустов. И нет шиповника вообще. Странно. Красота какая. Интересно. Так, отключаюсь пока. Красотища. И вдруг он увидел медведя. Вали, медведь, медведь, тикай. Мишка, косолап, медведь. Ладно, шутка. У меня мозгов просто нету, да и все. Заболел. Давненько так. Экшен. Трекшен. Погнали дальше. Так, вот я вышел на прекраснейшую поляночку. Сейчас вам покажу, как она, какая она прикольная на солнышке. Белый песок. Какие елочки, красавицы просто. Можно сюда наряжать приходить. Ля, какая красота. Вот стоят. Да ты шо. Обалдеть. Место, конечно, сказка. Вот так. Вот так гуляют иркинянцы. Ну, все на этом. Короткое видео. Как для начинающего, я думаю, пойдет. Ставьте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Да, по-любому. Будем дальше чудить, шутить, прикалываться. Я это могу. Всем пока.